Смотрите, какая, ребята, у нас погода. У нас тут затопило вообще все. Ого! Какой град! Смотрите! Одуреть! Смотрите, какой град падает! Ужас! Ой, сейчас все раздолбит! Кошмар, какой град огромный! Смотрите, всю территорию у нас завалило, залило водой. Вон что, смотрите, какие градины. Пишите, какая у вас погода. У нас вечер, и я иду в садик, как всегда. Да, Тейсон? Хороший мой. Пока у Тейсона никаких клещей я не находила, поэтому будем надеяться, что все-таки не клещи. Девочки уже у меня убежали в садик, и теперь я иду. Иду, слушаю музыку. Вот сегодня погода была. У меня из-за этой погоды сильно голова болела. Это вообще что-то с чем-то было. Я полдня просто лёжки пролежала от того, что у меня сильные начались боли головные. Ладно, идем в садик, потом все покажу. Все, мы идем с садика, Света везет Ваню. Мариночка, Марина, скажи всем привет. Привет. Да, и мы идем домой. У нас вечер, Марина разрисовывает, да, Марина? Угу. Что разрисовываешь, кого покажи? Вот собачку, да? Карандашки ей новые дали, вот такие вот. И она разрисовывает. А мы, ребята, купили вот такой огромный арбуз. Видите, моя рука и арбуз. Папа его помыл. Сейчас будем нарезать и кушать. Да? И сейчас покажу, что я еще купила. Как вы поняли, мы в магазин сходили. Я купила 3 чиабатта. И сыр купила. Дети очень любят чиабатта с сыром. 3 взяла. Там муж нарезает уже ребятам арбуз. Сейчас тема. Девочки, дайте Марине тарелочку. Также купила сметанку. Купила хлеб бородинский. И купила 2 разных сыра. И покажу, что я еще взяла. Взяла дыньку. Что-то так захотелось дыню. Вот такие вот все покупки. Ладно, пошли мы арбуз кушать. И всем приятного аппетита. Дорогие друзья, я вам обещала показать полочку для обуви. И забыла, вот честно. Вот такая вот она у нас собралась. Это полочка для обуви. У нас, видите, тут маленькое пространство. Поэтому вот так вот. Ну, вот детям понравилось обувь саживать. Ну, по идее, правда, для нашей семьи это маленькое. Но вот в целом. Вот так вот тут папины штаны рабочие висят. И вот так она в углу стоит. У нас есть вторая вот такая вот самодельная наша уже. Девочки, как всегда, расчески побросали, салфетки. Ой, жду, когда ремонт сделаю. Вот это вот весь коридор, вот эти вот все старые обои обтеру. Все старые обои. Так что вот как-то так у нас полочка легла. И дверь перекрасим. Краску еще, ребята, не купила. А тут я. Всем привет, да, зеркало, ребята, тряпочку сегодня опять забыла купить. Хотела я тряпочку купить. Я хотя вот так постоянно хожу, подтираю зеркало. Но когда маленькие дети дома, мне кажется, это бестолку. Они постоянно все... Я, видите, влажной салфеткой. И они постоянно все вот так вот... Ну, потом после ремонта я другое здесь зеркало сделаю. Поэтому все будет по-другому. Вот так вот. Я в костюмчике. Мне нравится вот дома ходить. Самое то, ребята. Хоть многие говорят, что он у меня маленький. Но мне кажется, я сегодня даже в таком виде в магазин ходила. Представляете? Вот такая вот я. Ладно, я себе делаю чай. Сейчас буду пить чай и заниматься делами. Всем здравствуйте. У нас новый день, новый влог. Я съездила в город, в Валберес, в офис. И забрала свой заказ. У меня пришли разные платья. Я вам сегодня их покажу. Так. Платье сейчас.
Прошу прощения, пришлось прерваться. Сейчас покажу, что я заказала в Wildberries. Был у меня купон, скидка, и я заказала детям сок. 18 штук обошлось 163 рубля. 18 коробочек сока. Дети очень рады будут сейчас. Дальше зашла, хлеб купила. Молока взяла. Платье потом отдельно посмотрим. Платье отдельно посмотрим. И вот такую вот игру детям я заказала. Потом посмотрю, какая цена будет. И с фотографии вам цену покажу. Почем она? Они пластиковые, интересные вот такие фигурки. Дети у меня хотели, но они все дорогие. А тут по купону получилось недорого. Так, китайская посылка. Это я отложу позже, посмотрим. И сейчас еще один пакет покажу, то, что я купила. Так, хлеб купила. Так, из пакетика он у меня уже вылез. Взяла сочник с творогом. 10 штучек ребятишкам. Так, тут опять платье. Платье я вам позже покажу. Опять платье. И носочки Wildberries брала. Носки по, что-то не помню, 83 рубля, по-моему, что ли, за три пары. Короткие носки. Дальше зашла фикс прайс. У меня чаши не хватает для готовки. Я взяла вот такой вот набор за 199 рублей. Тут идет три чашки. Одна вот такая вот большая получается. Вот она большая, с крышкой. Потом вторая вот такая зеленая, вот с такой вот крышечкой. И третья салатница тоже вот с такой крышечкой. Вот такой вот набор взяла. Думаю, потому что салаты, когда готовишь, некуда ничего положить. Потом взяла вот такие вот тряпочки. Не нашла, ребята, многие писали для зеркала отдельно. Не нашла тряпочки, поэтому взяла вот такие вот. Ну, как всегда, конфетки детям и арахисовую смесь. Вот такие вот в целом покупочки. Платье сейчас вам отдельно покажу, так что оставайтесь с нами. Пришла себе в комнату и хочу показать то, что у меня с Китая пришло. С Китая пришли вот такие вот две штучки. Помните, я ее уже такую покупала с крючочками, две разного цвета. Пришли еще. На кухне буду весить. И один заказ пришел. Ой, а почему он вот такой вот? Я не буду говорить для кого. Но вот пришел. Это творческий набор. Фотографию я вам ссылочку оставлю в описании, что там. И сейчас я вам покажу одежду, которая мне пришла. И первое, что я вам покажу, я заказала себе вот такое вот платье. Надеюсь, оно мне нормально будет. Ну, вот так вот оно на мне. По идее, к нему еще идет, ребята, пояс. Ну, я что-то с поясом не очень-то сильно дружу. Мне без пояса почему-то больше нравится. Я не люблю пояс. Вот такое вот платье. Пишите, как вам. Следующее, что я заказала себе вот такую вот блузку с цветочками. И заказала себе вот такую вот юбочку. Сзади у нее разрез небольшой. В целом юбочка мне очень нравится, и блузка тоже. Вот такой вот формат. Пишите, как вам. Оно получается чуть выше колена, самый раз. Следующее заказала себе вот такого вот фасона, ребята, платье. Ну, чисто для домашней носки. Не, можно, конечно, и на улицу. Ну, на фотографии оно выглядело лучше. Конечно, фотографию я вам вставлю, как на сайте был, чем на его. Но вот из-за того, что оно сильно короткое. Ты играть не умеешь. В нем только дома, скорее всего, ходить. Рукав вот у него 3/4. Очень понравилась расцветка такая зеленая. Шея вот открытая. Пишите, как вам. И последнее платье, которое мне понравилось больше всего почему-то, это вот такое вот с кармашками. Не сильно длинное, не сильно короткое. В самый раз.
Вот такой вот, ребята, у меня был заказ из Валберес. Пишите, если вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока.